Возьмешь кисть небольшую, возьмешь белила, немного жидкости, много жидкости не бери. Возьмешь синенький и полностью весь формат измазюкаешь вот таким штрихованием с продресью холста. Весь. Причем ты видишь, что очень много здесь мазочности, да? Даже в небе мазочность сильно присутствует. Поэтому набираешь. С продресью холста. Синькой ты наберешь сейчас весь рисунок картины, как будто у тебя других красок и нет. Та же продресь. Только теперь продресь предыдущей продреси. Набираешь. Меры темности. Набираешь. И всюду этот штришок и продресь. Так, как будто бы у тебя нет других цветиков. И водичка, и вот эти отражения. Все только синим пока. Так ты все умеешь. Похвастаться пришел, да? Хоть работать. Так. Ну, хорошо. Ну, зря вас здесь поднял. Ну, поднял и ладно. Ничего страшного. Значит, теперь густо. Некое вещество, по которой узнают классическую живопись. Классики в качестве желтых часто использовали именно охру, поскольку она дешево стоила и так далее. Вот. Поэтому, чтобы узнавалась классика, ну что ты, нормальный классический художник, вот, ты будешь все время чуть-чуть подмешивать охряный цвет, даже если тебе не кажется, что он там есть. Хорошо? Угу. У тебя будет в цвете тогда по классике. Итак, сюда, туда, все, закидаешь сейчас светлые партии. Угу. И начнешь, собственно, решать вопросы несветлых партий. Достаточно густо. Темные партии можно сначала тронуть голубой коричневый вот таким цветиком, а потом дополнить. Синенька все равно уже лезет, да, все равно уже сюда чуть-чуть подлазит. Вот ритм мазка соблюдаешь, здесь больше вот такой ритм, там больше вот такой. Вот. И вот эти черноты, голубой-коричневый, накидаешь и начнешь обустраивать мелким мазочечком, более светлым. Хорошо? Явно. Так, а красочки не пробовал понадавить? Тут, допустим, белил мне это, синило на исходе, да? Ой, красота. Мазочки такие. Все-таки плоскость лежачая, несмотря на то, что в ней есть торчащие проявления, но сама плоскость лежачая, поэтому в первую очередь она лежит.
Смотри, вот эта светлость здесь заслоняет вот ту темность. Буквально заслоняет. Смотри, как появилось то, что здесь, и то, что там. Просто вот этот цвет должен был быть там. То есть не потому, что нужно было такой густотой перемолоть все. Нет. Просто вот тот цвет должен был быть вот на месте. Солнечный день теневые часто сиреневят. И вот они у него в том числе имеют и сиреневые оттенки. И зеленоватые, и сиреневатые. Понаставишь этих палочек, понаставишь. И несколько помельчишь содержанием. Передний план, уже исходя из этого цветового. Ну, у тебя здесь есть возможность и зеленцу подпустить, и мазочки сиреневого. Да. Ну, в общем, замешать чистый цвет, подсунуть. Вот это должно все быть зарифмованным. Смотри, в одном направлении. Все мазочки в этом направлении. Странно, что ты этим синим пока работал, дал это настроение мазочков. А как начал цветнить, так вдруг потерял. Смотри, вот эта резьба мазочка, она дает ритм, а ритм он красив не только в поэзии и музыке, но оказывается и в живописи. Причем импрессионисты широко воспользовались этим понятием ритм, развили его. То есть можно вот такие густые, густоты краски положить. Ну, желательно не чистый белый, вот я сейчас их охрочкой снабжаю. Можно и охрочкой, можно и оранжевинкой. Понагнетаешь и дальше, чтобы потом кистью подсунуть немножко сиреневинок, немножко. Сейчас я уже потом нанесу покрытие. Вот так чуть-чуть подпустишь теневых. Которые будут слегка сиреневить, слегка. То же самое, смотри, сиреневизна прям видна.
Густая краска дает возможность сыграть, ну, что называется, сыграть в импрессионизм. Смотри, она материализует предметы, густая краска. Хотя это, казалось бы, облако, зачем его материализовывать? Она свет, все, что освещено, материализует густая краска. С этим ритмом шторки уходящей к линии горизонта накидаешь. И бирюзовенький накидаешь в качестве неба вот здесь. Тоже густо, тоже с небольшой продресью предыдущего слоя. Голубую ФЦ можно тоже добавить к этой бирюзе. Вот такой цветичек. Туда повыше уже с голубой ФЦ. И, наконец, на самый верх с сининкой ультрамарина. Хорошо? Давай. Пишущий характер, кстати. А так это взлетели. Это ошибка очень многих. Эффект взлетающих ракет не должен быть. Ты согласна со мной? Да не, я сам здесь. Как высохнет, так пришли. Я просто знаю, единственное, что запущу. Я бы не запущу. Надо, чтобы они тоже с ним поговорить. Есть такой эффект этажности облаков. Над нами первый этаж, потом этаж, потом этаж. А там прямо этажики сплющиваются. Вот. Когда мы рисуем, мы должны облака. Мы желательно, чтобы учитывали идею этажности. Согласен, вот сейчас выстроилось в этажи. Большой, меньше. Иногда у некоторых художников это не учитано. Ренуар мог себе позволить не учитывать. Но, в общем-то, основная масса художников все-таки держались этой возможности показать идею пространства. Ренуар больше интересовала идея воздуха, поэтому он немножко игнорировал эту мысль. А может, еще и потому, что не знал, просто не знал. Бывает так, что художник всю жизнь прожил элементарные вещи и не сподобился узнать. Насытишь небом, насытишь облаком пространство. То же самое, чуть-чуть этих дыр понаделаешь. Может быть, такое вполне. Очень даже приличное все. Ну, можно еще рябушки понашвырять мастихинчиком. Да, создает эффект ряби. Здесь бы хорошо немножко тепленького. Обычно в таких мелких заводях дно просвечивает, одно илистое и желтит. Я думаю, ты не раз встречал. Поэтому у него на картине такое теплое здесь состояние.
Значит, перетопчешь теперь. Угу. Уже с учетом этого. Что-то там не случилось. Там бобры. Точно. Половить. У тебя просто берег не хочет давать пространство для выполнения этой задачи. Подвинуть берег. Ничего с ним не случится, если ты его сдвинешь на несколько метров. Ну, дополнишь цветом. Ну, чтобы у тебя было где нарисовать этот ступенчатый уход. Мало того, там же еще вода, отражение в воде, от этой темноты. И на ней тоже что-то там горизонтальное виднеется. Или должно было бы виднеться, правда? Сразу как-то богаче. Так что с учетом этого. Хочется, это такое впечатление, что это маскировка для танка. А деревца, они все-таки немножко... Да, вот и веточка какая-то, ты понимаешь, вот что-то вот подтарчивает за пределы. То есть не маскировка для танка. Тоже заслонило. Несмотря на то, что это только лишь тень, но фактически свет этот заслоняет теневую. Хоть это и не бугор, но все равно свет заслоняет теневую. Вот этих цветиков не хватило. О, сразу. Перебелил. А с этим они вон какие, как хороши. Угу. Солнышко сразу. Веточки должны состоять из стволики, из сиреневых и немного коричневых веток. То есть не коричневый в первую очередь, а сиреневый. Здесь, конечно же, желательно было намельчить деликатно. Смотри,
вот остатки краски. И ты любой тонкости делаешь веточки. То есть ты не берешь ком краски и с этим комом идешь рисовать тоненькую веточку. Судя по тому, как было сделано, мы видим ком. Ритм. Надо наступить на горло песни, которая не хочет в ритм. Твоя личная песня не хочет в ритм. Наступить ей на горло и давать зарифмованное, смотрящее в одну сторону. Смотри. Вот они там такие, они все смотрят в одну сторону. Не гуляние там, а ритм. А ритм он уже создает. Смотри, сколько он праздника создал, появившись. Всю теневую слопал здесь. Там такая мощная, эффектная теневая. Ты ее слопал. В том смысле, что у этой теневой аж черны эти места. В солнечный день вообще часто тень чернит. Вот такого аж содержания тень в солнечный день. Плюс ритм мазочка. Ну, только не обязательно большой кистью, можно было маленькой, но с ритмом мазочка, да? Ну, в таком.